Ну что, друзья, подписчики, друзья наши, сегодня воочию вы убедились, что грибы, естественно, у нас пошли. Пожалуйста, вот, а. Опа, еще грибочек хороший, подосиновичек тоже. Во, сейчас будем срезать их, миленьких. Вот он, о, хороший грибок, о, вот какой. О, вот это грибок. Хорошенький. Но мы его крутить не будем, мы его будем срезать. О. Вот давай покажем наглядный пример. Вот под кустиком грибочки. Ой. Белые. А? Ой, о, какой толстенький. Ух ты. Свеженький. Да. Нос какая, люди добрые. О. Вот, грибочек хороший, подосиновик. Отлично чистый, они все будут чистые. 10 июля 2019 года. Режем белые грибы, подосиновики, маслята. Все, грибы пошли у нас. Вот, пожалуйста, грибочек. Все, полежай в мешочек. Грибы. Что за гриб, скажете? Подосиновик, подосиновичек. Ну-ка, ага. Ну что, где грибок, ты говоришь? Вот грибок, еще ух ты. Очередной беленький. Эх ты, ух ты, вон какой хорошенький. О. Вот смотрите, будем срезать, а не выкручивать. Давай, мы грибы срезаем, а не выкручиваем. Потому что грибница должна происходить от, да, корней, а не от того, то, что выкручивают их. О, вот какой хорошенький, вот это грибочек. Вот я понимаю, во. Небольшой, но хорошенький, вот. Опа! Режем. Покажи-ка. Так же. Вот. Хорошенький грибочек-то. Ну, мы срежем. Смотрите, какой большой гриб. О, это... друзья, друзья наши подписчики, посмотрите, какой мы сегодня полукилограммовый гриб нашли. Полкило гриб такой. Может, побольше. Ну-ка, давай куда-нибудь вблизи. Вот какой грибочек-то. Вот это грибочек у нас сегодня. Это у нас охота хорошая сегодня. Отлично. Большой, да. Вот еще один большой лежит. Мы будем говорить, друзья наши. Полная корзина грибов. Люди добрые, в обратку домой пошли. Вот и все. Не поверит. Все? Все, пока. Пока. Всем.